привет. Мы приехали в Катовице. Не знаю, что здесь интересного, но мы здесь пока задерживаться не собираемся. Хоть и два дня поедем сегодня в Забже, в Шице, если получится. Ну, по ближайшим пердям попробуем прокатиться. Завтра в Освенцим, если получится. Ну, так что смотрите, должно быть интересно, надеюсь. Довольно-таки быстро разобрались, купили билет до Забже. Вот стоим на платформе на вокзале, ждем псину. Билет стоит 5 злотых с рыла. Так что вот посмотрим, что Забже нам покажет. Мы в Забже! Ну вот, друзья, мы посмотрели город Забже. Нам хватило на это сколько? Часа полтора, наверное. Хватило больше. Да, в общем, классическая Пермь. С костелом центральным и автовокзалом, ЖД-вокзалом. Все. Какой-то праздник. Видимо, какой-то праздник или выходной, я не знаю. Хотя, что сегодня, четверг, да? Четверг, да. Все закрыто, магазины, даже Макдаки, инфоцентры, все не работает. Даже шаверма, все закрыто, кроме мороженого. Мороженое жрите, как хотите. И людей нету практически. В общем, короче, я не знаю, в Забже делать реально нефиг. Просто нечего. Город Горняков. Такое. Ну, кстати, город неплохой. Всяко лучше Ладейки. Так, друзья, мы прибыли в Пшину. Вот это так пишется. Замечательное, походу, место. Пшина. Сейчас будем разбираться. Да, тут есть замок. Сейчас посмотрим. А так пока тут куча угля, вагонов. Пьяный мужчина. Пьяный мужчина. Все. Смотрим. Ну вот, за нашими спинами замок принцессы Дейзи. В принципе, видимо, центровое место. Так, вот гуляя по парку Пшины, есть такая заграда зубров. Всем советуем посетить. Да, зубры, муфлоны, олени, кто еще? Павлины, привет. Лоси, павлины, которые утки разных делают, кролики, утки, да. Ну, в общем, и музей здорово. 10 злот, но как бы недорого, но в принципе хорошо сделано, мне понравилось. Всем советуем. Друзья, не удивляйтесь, мы не в Забже, мы в Пщине. Да, вот такой контраст тут. Пщина, там Забже. Ну, как бы, что сказать, это местный, наверное, Пушкин-Павловск. Здесь буржуазия. Были бы фонтаны, был бы Петергофом, но сегодня фонтанов нету. А есть зато офигенный парк с зубробезятником. Весьма приятный городок, красивой инфраструктурой, маленькими красивыми улочками и всякими остальными прелестями мелкого городка. Весьма красиво, симпатично, но это реально на полдня. А ты меньше. Да, ты меньше. Ну, со всеми зубробезятниками и парками полдня. Ну, так что, в принципе, если вы приехали в Катовице, то едьте сразу сюда. Но сначала в Забже. Лучшие курорты в Забже. Советуем приехать, как бы стоит посмотреть. Тем более, если вы в Катовицах. Вот мы в Катовицах. Еще раз, снова. Третий раз за день мы в Катовицах. Вот теперь погуляем по городу Катовиц. Расскажем вам. Были в Забже. Туда не надо ехать. Пшина. Пшина. Вот там круто. Вот туда ему стоит съездить. Ну, на полдня. И вот сейчас вечером погуляем по Катовице. Завтра не знаю, как получится, не получится в Освенцим съездить. Но здесь получится, и вам об этом расскажем. И также добьем Катовице завтра. Ну, а сегодня погуляем по центру, посмотрим, как чего. Все, смотрим. Ставим лайки. Да, ребят, мы еще не знаем, что сегодня за день, но что все очень плохо работает. Точнее, ничего не работает. В Забже так вообще, в Забже вообще ничего не работало. Все куда-то делись.
магазины закрыты, пусто есть... на улицах, вообще странное дело. Не, ну люди ходят какие-то, ну, видимо, туристы. Да, скорее всего, туристы. Которые ищут что-нибудь, где-нибудь, что-нибудь, как-нибудь. Куда-то все свалили, короче. Блин, надеюсь, завтра будет по-другому. А то, блин, Освенцим мимо. Ездите 26 мая сюда. Да, 26 мая, что за день? Что за день гребаной Польши? Мы вышли на самую, видимо, гулящую центровую улицу, пешеходную, да, где много кабаков, шума, веселья, пьянки. Вот, ну, народ вроде еще пока трезвый, видимо, еще не время. Опять же зазывалы. Опять же зазывалы, тетки с зонтом. Вот, если тетки с зонтом, значит, это явно зазывалы, которые хотят вас пригласить на стриптиз. Срамота. Не ведитесь. Если хотите, ищите тетик с зонтом. Да, если хотите сисек, ищите телок с зонтами. Точнее, скорее всего, вас сами найдут. Ну, а здесь вот так как-то. Ну что, друзья, пришло рассказать пару слов про наш хостел замечательный. Наш замечательный хостел называется Хостел Катовицы Центрум. Вот. Ну, как видите, у нас отличнейший номер с балконом. Единственный, по-моему, номер с балконом в этом хостеле, и он у нас, потому что у нас VIP-комната. Да. Сама комната с балкона выглядит, ну вот так. Кровать, две тумбочки, стол, вешалка, лампа, дверь. Как бы ничего, но самое главное, что здесь есть балкон, на котором мы можем с братюней посидеть, покурить, попить пивка, позавтракать с кофейком, который можно приготовить здесь на кухне. Ну вот так вот. Да, и по деньгам, это рубль получается с носа. Так, в принципе, мы довольны. Центр, рядом вокзал. Все близко, все хорошо, все красиво. Живите в хостелах, ребята.